Я Дюсенова Айгуль, президент Ассоциации НПО Актюбинской области. В текущем году наша организация стала обладателем государственного гранта Центра поддержки гражданских инициатив и реализовала проект «Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе». Цель проекта – поддержка 60 актуальных современных проектов-лидеров в области развития сельских инициатив, направленных на повышение качества жизни, решение актуальных проблем местного сообщества через выделение малых грантов по 500 тысяч тенге. Реализация проектов победителей конкурса осуществляется по всему Казахстану по направлениям: повышение цифровой и финансовой грамотности сельского населения, повышение уровня знаний иностранных языков, поддержка инициатив в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта, решение экологических проблем, профилактика бытового насилия, развитие предпринимательства на селе, создание рабочих мест, решение социальных проблем, пропаганда кооперации, контрактного фермерства. Хочется отметить качественное исполнение социальных проектов на селе и представить лучшие из них. Остановки где?